Привет, с вами ваша Сила Бутафлай, серебряная бабочка. Беру вас с собой в поход. По заказу некоторых трудящихся, они любят смотреть палисаднички, как они это называют. Здесь это называется front yard. То есть такие кустики впереди дома, или цветы, или какое-то благородное сочетание цветов и кустов. Я обожаю смотреть на разные цветы в разное время года. Ирисы сейчас желтые, фиолетовые, такие темно-синие. Вот чеснок у кого-то под сиренью, а вот просто какое-то деревце бонзай. Такой вот столик кто-то выкинул, антикварный, для вина. А это просто ирисы из стекла и металла. Обожаю лето. А как вы? Расскажите.